А. Мяч в сарай зашел, типа. Все началось. Именно отсюда поступили первые сообщения о паранормальных явлениях. Это маленькое здание. Электрощиток в гараже. Больше тайн, чем Вот кажется. серо видишь, как вот Я электрощиток вижу, тут? я понял. А, второй этаж. И вот это. Так ты серый ничего не взял, что ты открываешь? Я яркость прибавила, что-то как-то больно ярко. Надо будет убавить. Три с половиной, шесть. О, Нифига, я яркость ставлю. о, темно, классненько. Все, свет можете включать. Слушай, а тут 2,7. Это он, наверное, еще не прогрелся. Ну, может быть, и тут он. Не, а в других по 6, по 8 где-то. А тут именно 2. Вот тут вот или в Вот коридоре? тут прям 2,5. Вот тут посмотри. Машу, кстати, вот тут. Сколько? 2,5 вот тут, да. Ага, значит, он тут предположительно, да? Выключите свет и выйдите. О, идеально до выхода можно. Дыхалочки хватает. Огонька вроде нет. Так. Переставь ближе к столику. Сейчас, подожди. Лазер. Все. Ты старый, ты молодой. Ты тут, ты там. Ты а, хупа. пошла. Не, а тоже. Почему? Говори, говори. Ал-ла-пам-пам-пам-пара-пам. Ты тут, ты там, ты старый, ты молодой. Он не хочет мне отвечать, я устал. Да похож на придурка, который просто сам с собой говорит. Температуру проверь. 11. Так, ходи, смотри, ищи. 4. О, 5 тут. Снизу 2. Тут это доска. Доска, доска, доска. Можно это... Пошли хлеб резать. А, подожди. Я сейчас с МП-шкой приду. Может, МП-5 будет. И поговорим. Ты куда пошел? А чё, давайте лучше тут будем. Ну ладно, давай спрячемся. О. Серый, поднимайся. О, тут можно спрятаться. Идите сюда. Сюда? Это куда? Вот сюда, сюда, сюда. Коридорчик. Все зашли? Нет, серьезно. Ой. Ты что там делаешь? Он в шкаф забрался и фоткает. А, ну ладно, стой тогда в шкафу, а мы пойдем. Давай, я тебя закрою, все. Давай. Привет. 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 Hello. Привет. Здравствуйте. Привет. А чё ты не разговариваешь? Привет. 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 Он не хочет с нами разговаривать. Я боюсь, если он меня слышит, я открою дверь. Не, а почему? Он же должен. Привет. Доска. Ла-ла, у меня есть прятки. Прятки. Все равно он должен. Не, а чё? Может, надо, чтоб он... Привет. 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 Hello. Привет. 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 Меня а вы слышно, слышали? Да? А? А я Нет. тебя выключила так-то. Че, можно выходить? Да. Сфоткай. И иди обратно. Кого? Сфоткай доску. Доску. Нам за это денежки дадут.
Молодец, можешь идти дальше прятаться. Привет. Привет. Hello. Привет. 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 Да пошел ты. Не, короче. Не, а почему он что-то? Ищем по старинке. О, дверка. Где дверь? Вот тут где-то. А может мы вообще не в комнате были? Вау, тут это, не, тут это, лапа, 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 лапа. А, лапа. Может он в коридоре прямо тут? Может. Температура? А я температуру снизу засал, там тоже типа холодно. На, сфоткай тогда лапу. Десять. Десять тут. В комнате посмотри. Ну, так, отпечатки рук, ладно. Что у нас еще есть? А где? Может, он в этом коридоре? Привет. Привет. Я видел так. Призрака, я видел призрака. Лазер? Нет, просто призрак пробежал в ту сторону. Он отсюда пробежал? Зеленый? По зеленой. Я не знаю. По зеленому прозрачненький такой пробежал. Да, вот по краю, ага. Тому. Да, да, да. Это и есть лазерный проектор. Молодец. Умничка, дай, дайте я поглажу. Так, лазерный проектор, ладно. Банши потом горят. Так не, а почему доска не хочет работать? Банши, фантом, ага, горё. Привет. Так, это не горё, это либо фантом, либо банши. Ну, а он очень тихий. А, банши у нас обычно активненькая. Так, возьмите еще одно распятие. А какой второй горё? Привет. Привет. Фантом и банши. А, привет. Горё где? Привет. А горё, его привет. Надо вычеркнуть. Привет. Не, почему? Потому что он всегда, ну, его видно только из этого, из машины. Так вручную ты его не увидишь. Прямо в комнате находясь. И он не пробегает тогда, когда кто-то есть в комнате. Так, Джи, я таблетки выпью. Иди сюда, Костя, иди сюда, у меня есть эксперимент. Привет, привет. Чё мне надо? А как можно вызвать призрака? Слера, сходи, выпей таблетки. Типа, не, типа, можешь сказать... А ну, бегом за таблетками. Сейчас. Она мне не причинит вреда. Дай знак, дай знак, дай знак, дай знак, дай знак. Она мне не причинит вреда. А? Почему дай знак? Она мне не причинит вреда. Потому что она пришла за тобой, это банши. Да, только... В смысле? Я думал, что это банши. А, то есть ты видел проект, когда он, я шел, уходил, она туда прошла? Она пробежала именно туда, в ту сторону, где ты был. Она, вот, есть, тут, она вот тут вот так вот пробежала. То есть, когда я туда шел, да? Я не знаю, где ты был, но так пробежала. У нас либо призрачный, либо радио. По таблетке выпейте. Мне не будет ничего. Слушай, а на профессионале тут, может, одна, типа, улика, нет? Ой, нет, две улики. Три улики. Три улики? Выпили? Я не выпью, потому что это банши. Она я ходит за ним, не за мной. Я был выпей. Вне дома. Мы я вышли из дома. Ты можешь стать целью. Выпей. А почему я об этом знаю только сейчас? Выпей. А, вот. Так. Все. Я по этому распятию еще поставлю. Не, ну типа у нас все, ну типа все отслужит. Почему доска не хочет работать? Не знаю, может сломалась. Пусть будет вот так это. Так, где-то у меня тут были. Я. А, доска, доска. Привет. А ты? Она у меня, возможно. Да, она к себе пошла. А, все? Но это не атака, это так, гост.
блин, идите нахуй. Но она пошла от меня к тебе. Она ко мне прям пришла. Я вообще. И говорю, что это банши. Вот, значит, это банши. Мы не выходим. Он прячется и проверяем банши. Не выходим. Костя прячется? Я спрятался. Кафу. Не, слушай, мне тут не нравится. Давай следующий. Но я не вижу огонька. У нее вроде как огонек. Да, у нее огонек. Но я огонька не вижу. Если она пойдет на меня, она прошла, похоже, к нему. Слушай, она... она может ко мне сюда прям? Она может тпшнуться тебе, поэтому... Нет. Она тут маякнула. Возьми одну распятие и посади у себя. Где она ты будешь прятаться? Она меня тут маякнула. Вот тут. Это нормально. Ага, она сожрала распятие, молодец. Возьми с собой второе и прячься. Ну то она не за мной шла, значит. Еще раз маякнула. Уже у тебя ближе. Возможно, кто-то из нас цель. Ну, явно не я. Но я нашла в твою сторону. Если что. Ну, явно не моя. Потому что я прямо около нее сейчас был. Возможно, и ты цель, так как у тебя горел крест. Если бы я был целью, она бы за мной пошла. Ну, посмотрим. Если ты умрешь, значит, ты был целью. Если мы оба выживем, значит он. Либо это фантом. Не, фантом, кстати, очень легко. Она прям невидимая. Типа, да. Очень ты редко ее видишь. А вы фотоаппарат-то взяли? Что у меня есть. А. А, кстати, будет фотоаппарат, что ли, два взять? Атака. Ага, атака. А, я цель. Молодец я. Почему она ты? Прямо за мной появилась. А. Это пижамная девочка. И... Она прямо у тебя, что ли, появилась? Да, она прямо у меня появилась за мной и убила. Я сфоткал. Да, пошли. Поехали. А? И кто это? Это банши. Да, она, она прям телепортировалась за Акакей. Она да. Убила ее моментально, то есть... Вот видишь, типа, как... сколько атаки было тут? По один кадр. Я говорил, что это меньше. Потому что она за тобой шла, тогда я еще был. Что, все? Поставили? А тут есть кресло-качалка? Че? Внизу, по-моему, кресло-качалка, да? Да. Она качается на кресло-качалке. Ладно, что, все? Чего? А так у нас вообще нету рассудка. Да. Так мы же в темноте тут сидели полностью. А, я же все покупала! Не, ты мне скажешь, я могу купить. У меня деньги тоже есть. Антон! Ну вот. А почему? Значит, я не видела огонька, а у банши огонек.